Один человек погиб в результате ДТП в Гунипском районе. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в селении Сагратель. Известно, что 55-летний местный житель, находясь за рулем ВАЗ-2112, не справился с управлением и сорвался в обрыв высотой 25 метров. Водитель был госпитализирован в центральную больницу района, где и скончался от полученных травм. Следствие выясняет, по какой причине произошла трагедия.